51-летний Константин Щукин ушел из жизни. У гитариста коллектива Александра Буйнова Чао была выявлена коронавирусная инфекция. Буйнов сообщил, что музыкант находился 5 дней на аппарате искусственной вентиляции легких. «Не припомню, когда еще я так горько плакал, как в детстве», — с горечью сказал Александр. Он подчеркнул, что все надеялись на выздоровление Константина. Исполнитель напомнил, что в серьезность ситуации многие не верят. «Людям хочется жить обычной жизнью, несмотря на вирус. Все чудилось, фронт далеко, где-то там за горизонтом ухают пушки. А оказалось, линия огня проходит рядом. Через наши дворы и квартиры, через аптеки и магазины, неужели этот вирус сильнее нас? Ну что, вам все еще хочется погулять?» — эмоционально написал певец в Инстаграм. У Константина остались жена и 2 детей. Недавно победившая коронавирус женщина взяла на руки новорожденную дочь. Президент Белоруссии раскритиковал российские тесты на коронавирус. В России разрешили лечить коронавирус незарегистрированным препаратом из Китая.